Уличными столкновениями закончился 22 марта в Лиссабоне марш протеста против мер строгой экономии. Десятки представителей движения возмущенных вступили в схватку с полицией. Шествие проходило в рамках общенациональной забастовки, которую организовал один из крупнейших профсоюзов страны – Всеобщая конфедерация португальских трудящихся. Начался марш часом ранее. Члены профсоюза и их сторонники вышли с центральной площади и направились к парламенту. Сама забастовка началась еще в полночь. Перестало работать метро, остановился железнодорожный транспорт, больницы принимали только пациентов, нуждающихся в срочной помощи. Также, по данным профсоюза, по всей стране закрылись порты и некоторые школы. Однако главный национальный перевозчик, авиакомпания ТЭП, и аэропорт в Лиссабоне функционировали в обычном режиме. Многие португальцы не захотели участвовать в забастовке и ради нее отказываться от заработка. До сих пор в Португалии, в отличие от Греции, протесты против мер жесткой экономии правительства проводились нечасто, и они не были ожесточенными.